А знаете ли вы, что такое лукбокс? Это единственный сайт по открытию кейсов с брендовыми вещами. Самые дорогие и оригинальные вещи только у нас. Если вы впервые на нашем сайте, у вас есть возможность открыть бесплатную коробку. А также зовите друзей для получения денежного бонуса. Успей забрать все самое дорогое первым на сайте лукбокс. Все ссылки в описании. Привет, Камчатки, брат. Здорово. Да все хорошо, блядь. Национализм зашел позавтракать. А как тут дела? Все так же, как обычно. Да, в океане, брат. Да, в океане, брат. В этом, в детском, блядь. Зашел позавтракать. Да не, с кем батлить, как бы. Не собираюсь. И я Сибири, брат. Да, ВМСК. Она как пьется, да нормально, водичку пьем. Да все нормально. Здорово, Арчи, брат. Они хотели, чтобы я увиделся и с ним, типа, ему руку пожал, но я, отказался, типа. Птах даже был готов мне руку пожать. Ну, конечно, он, блядь, дырявый, блядь. Дырявый пиздобол. Да ничего, брат, ну вот анализ дал. Типа, ну и зашел пожрать, взять. Пойду спать опять. Вы как там в тайке, брат? На Украине, брат, да даже если бы я собирался туда, вряд ли меня пустят сейчас, как. А с птахой, да, блядь. Да, братан, а кто бы с ним не вышел? Другое дело, что он дырявое сыкло. Окей, брат. Казахстан, да надеюсь приеду. Походу в ближайшее время, правда, никуда не поеду. Походу в ближайшее время, если не поставить, будет концерт в Москве. Вот моя, походу, идет. Ага, спасибо. Ага, спасибо. Ну да, братан, только идет, может подумать, что я кого-то сдал, блядь, если я нахуй единственный подозреваемый, а птах потерпевший, понимаешь? Я тебе так скажу, как бы, если вы, когда птаху, вот допустим, да, его взяли, вот, мне сказали, что дело заведено только из-за общественного резонанса,
И как ты думаешь, если птаху взяли сначала, и он сказал, я ничего не знаю, я ничего не видел, как он тогда стал пострадавшим, а я подозреваем, понимаешь? Спасибо. Матвеевки салют, брат. Слышал там вчера про вашего Матвеевского. Говорят, там алмаз что-то, я не знаю, какой-то, ну, звучит как нереально, что там алмаз пытался чекера застрелить или что-то такое. Что значит тоже? Только он и мутит, братан, хуйню непонятную. Только он и мутит, блядь. Бля, эти... I'm sorry. Да двигайся домой, братан, завтракать двигаюсь, блядь. Да хуи он греет, братан, своим дырявым очком, блядь, бывалым, нахуй. Прошу прощения за французский. Ну, братан, ты дело сначала не завели, как бы. Дело завели, когда птах начал кричать, что я росгвардеец руку сломал, понимаешь? Вот и думай, кто, блядь... Кто сдал? Да вон, братан, посмотри, у меня в Инстаграме на странице сейчас видос, где он просто стучит сразу после всей хуйни, и там опер вокруг него ходит, еще слушает все, что он говорит, братан. Да это просто комедия какая-то. Если ты ничего не сказал, как тогда я подозреваемый стал? Вот как так получилось, блядь? Если ты, понимаете, если он ничего не сказал, кто знает, может, мы вообще там, блядь, пранки снимали, понимаете, блядь? Как бы, вот как ты стал, блядь, пострадавшим, а я подозреваемым, если ты никого не сдал? Да шлюха он, пиздобол, блядь. Как такому вообще можно верить? Олег на связи, бра. Олег вообще, наверное, самый ровный чел, который я встретил в русском рэпе, блядь. Так меня поддерживаешь, бля. Я за брата тоже, блядь. На любую хуйню готов, блядь. Вот это ровный пацан, Олег, пиздец. Не, ну как бы хуй знает, правильно, да? Что мы там делали, как бы? Может, это в натуре все постанова была, как бы. Откуда они знают, что это не постанова, если птах ничего не говорил? Откуда они знают, блядь, кто, блядь... пострадавший, кто подозреваемый, блядь. Так говорит, что они на новом рэпе увидели. Это такой пиздеж. Если они на новом рэпе увидели, почему они тогда Тигру звонили? Что там, на новом рэпе еще телефон Тигра написали? А? Понимаешь, блядь? Все, ладно, бля, холодно, вырубаюсь. Ебой.